Итак, ребят, продолжаем. Свалка. Наводим шороху, бесу помогли. Далее наш план с вами. Путь лежит в ангар. Сейчас завалимся, скинем прибыток весь. Сколько там время? Время 7:30. Планы громадье. То есть нам надо совершить подвиг. Дальнейший курс лежит на ангар. Так. Знаете, что я предлагаю? Скинуть АКСУ и возьмем тозик, наверное. У меня дробь есть. Вот этот вот, да? Возьмем тозик. То есть, пока ты на локации, вроде как можно свободно оставлять прибыток, да? Не особо, не, ну, то есть, не переживать. Берем только самое необходимое. У нас туннель МПшный. У нас надо найти сталкера по прозвищу Лапоть по ружью. Пообщаться с прапором по огнемету. Дел много. Действуем планомерно, аккуратно, жопу не рвем. Ну, короче говоря, в нашем плане, да, в нашем ключе. Этого еще не хватало. Без лишних телодвижений и суеты. Берем только самое необходимое, друзья. Завалимся к серому, поможем отбиться от бандосов. Далее в туннель. Снимаем МПшный. Заваливаемся к Юрику. Отдаем МПшный. Бежим обратно к Лаптю. Если он там чё к чему, помогаем. Далее к прапору и обратно. Все это надо сделать аккуратно. Без шума и пыли. Все, вот так вот оставляем, наверное, да? Так вот оставляем. То есть будем работать с тозиком. А КСУ это не хороший ствол в данном конкретном случае. А вот тозик нас выручает. Фортик тоже нам поможет. Все остальное, в принципе, мы по месту разрулим, да? Так, ну все, пожалуй. Все, пожалуй. Сюда ставим. Так, нам надо флягу скинуть. Давайте, наверное, и флягу, чтобы мне ее не таскать. Флягу скидываем. Зачем? Можно было ее вообще оставить на кордоне, да? Все равно для брони. Я же вначале, помните, думал попить там, взбодриться, блин. Жёночку он не наливает, только водичку, да? Жёночкой. То есть нам только так. Взбодриться не получится, протирать нам рано еще, да? Подходящего костюмчика не имеем. Так, ну чё, готовы мы к очередному подвигу. Ставим тазенский. То есть нам надо с вами как-то сделать все без шума и пыли. Все это должно у нас получиться, если действовать не спеша. Если действовать планомерно. Поехали, друзья. Двигаемся в сторону ангара. Помогаем братве там, да? Видишь, да, повсюду кисель. Жуткая аномалия вызывает кровотечение. Обильное причем кровотечение. Ладно, не буду. Я хотел посмотреть, Юрик там, не... Но я думаю, никуда он не денется, да? Будет сидеть на своем месте. Так вот идем аккуратно. Кидаем болтик. Прошли, кинули болтик.
прошли. Впитываем целиком атмосферу сталкера. Забыли совсем это сделать. Только сейчас вспомню по поводу... Ну пусть будет, мы все равно будем с вами в туннель, там надо это быстро все делать. Вот мы воткнем у него выносливость плюс 64. Так, слышите, кто да? Меня слышит? Мы атакованы группой бандитов. Так, вот теперь можно и поторопиться. Но... Выручайте, беспредел творится. Бандиты охренели! Блин. Теперь можно ускориться. Да есть кто-нибудь рядом! Нам тут чердик приходит! То есть ускоряемся только по необходимости. Вот так вот теперь можно даже было не снимать. Смотрите, цель данного проекта Mayday. Данного прохождения показать, отразить полностью атмосферу сталки. Не как там что проходит, а именно атмосферу игры. Ну и мод, естественно, там, по ходу дела, квесты, это само собой. Браток! Так, тихо, 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 давай, давай, сейчас поможем, на фашистские знаки разорвемся. Козлина, бля, сейчас ты у меня получишь. Это, да? Получим. Порох! Вот тебе гранату! А, гранату, блядь. А, гранату. Коща, три мы! Видите, да, хор творит чудеса. И что там нахер это лесу, блядь? Усе, ты труп! Так, стоять не дергай, сейчас я его прикладу, блядь. Хлопцы, бля. Не дергай. Ну все, выпать тоби! Все, да? Чуй, не, вот он, да? Лично. Вдвоем приложили. Да? Васька смотри. Шершавый, бля. Смечен вместе. Шершавый тоже. Тасать, приложился. Так, где-то еще один. Вот она, ага. Лично. Размолотим, мать вашу. Всех размолотим, в пух и прах. Шершавый, бля, где ты там? Серого быстро тяни к этому. Молодцы, мужики, лично. Мы их одолели. Всем отдыхать. А ты, сталкер, подойди сюда, поболтаем. Так. Вот сейчас поболтаем, потом только снимаю. С этих можно, в принципе, но не, не это. Пообщаемся лучше, да, вначале? Так, ну что там шершавый? Вот смотри, канистра с топливом, наверное, да? Спасибо, что помог, было жарко. Ты вообще откуда нарисовался? Да, вот ищу информацию о стрелке. Может, что-нибудь да знаешь. Хорошо, учитывая твою почти безвозмездную помощь, слушай сюда. Меня будет ждать один из ребят, бывший диггер Крот. Он раскопал нычку стрелка. Не знаю, нашел он там что-либо или нет. Вот те координаты места встречи с ним. И скажи ему, что ты от меня. Все будет ровно. Хорошо, спасибо за информацию. Там на агро опасности много. Держи вот от меня небольшой подарочек. Патронов немного, пару гранат и рецептик запиши. Ты, кстати, беса видел? Не знаешь, куда он там подался?
Так, патроны 5.45, граната F1, граната РГД, новый арт-мод, класс. Бес сказал в темную долину, он подался разбираться с местной шантропой. Давно пора, в темную долину, говоришь, пойду и я туда, помогу ему. Слушай, класс, они походу туда все завалятся, да, к тому костру. Но я знаю, что за костерок, да? Так. Много аномалий, артефакты. Что вообще интересного на свалке? Неприятностей на свою задницу найти можно в любых количествах. Если ты у нас такой пионер, то слушай сюда. На востоке небольшой лесок, там ничего особого. Зато водятся стаи собак. Будь осторожен. Если пройдешь по этим рельсам, то они приведут тебя в тоннель. Там много аномалий. Может, есть еще что интересное. Не знаю. Я особо там не шарился. О блокпосте долго на севере, я думаю, ты знаешь. Вот, в общем-то, и все. Ну ладно, понятно все с тобой, да? То есть они, ребят, завалятся там, да, запаркуются. Я имею в виду там, где бандосики у костра, да? Вся эта шайка-лейка, серый, бес, там еще, по-моему, какой-то нужный. Потом что-то с ними какие-то дела будут, да, дополнительные. Тут же в этом билд 3.0, да? Что-то есть дополнительные квестовые какие-то линейки. Я конкретно с этими персонажами я не скажу, что есть, но вот это надо тоже будет узнать точно нам. Так, вот здесь вот у нас нычка есть, да? Вот здесь внизу есть нычка. Сюда сейчас все скинем, обыщем этих. Если там их не обыскали уже, да? А тут где-то поспать можно, да? Да, вот, вот здесь поспать можно. Если что, можно поспать будет. Так, вот, вот здесь сюда мы скинем, да, излишки. Еще и 40 патронов есть. Все, отлично. Поехали, ребят, далее. Сейчас надо с туннеля нам решить вопрос. Насколько там удачно все пройдет. Пожрешь на свалке. Пожрать ему, да? Пожрать я бы тебя угостил, но я оставил все. Мне тут только самому на подвиги должно хватить, да? Подогнать можно было бы братану кусочек колбаски, допустим, да? Или у него наверное, тошнит уже от этой колбасы. Наверное, там хочет какой-нибудь бутербродик с красной корочкой и бокальчик коньячку. Так, о, это что такое? Лес, в котором много собак. Ага, лес, в котором много собак. Вот это интересно. Ну, может, там были уже, да? Какие-то зоны дополнительно появились. Ну, просто, да, запустили вот эту локацию, да? Соответственно, лес, где много, в котором много собак появилось, вот ну, то есть отметки. Прорвались в ангар, да? Выверт из холодца подогнал нам рецепт. Получается, путем совместной транспутации в аномалии холодец, хвост слепого, голова тушкана, копыта кабана, слизь. 5-10 минут трансмутация в течение, да? Хорошо, будем знать, все может это пригодиться. Когда-нибудь, а? Конечно, пригодится. Там же тут вообще можно только на этих трансмутациях подняться. Острый апостол сюда зарулил, а? Апостол выжил, молодец. То есть это апостол мне помог Шершавого приложить, кстати, последнего, которого мы завалили. Женька апостол вложил свою лепту, мы ему помогли в свое время. В прошлой серии, что мы сделали? Мы ему аптечку подогнали, да? Он нам бинокль. Бесу, правда, отказался помогать, но зато сейчас вот пацанам тут помог, да? Приложил свои максимум усилий. Там он еще не отошел от аномалии. Так, Петруха Леший, забираем ПДА, потом будем все взламывать. Пока его там бахнула аномалия, да, апостола. О, еще ПДА, нифига себе какая.
нам везухом. Сейчас мы точно какой-нибудь схрон снимем. Два ПДА нашли. Так, а что они там, не успели их обыскать, да? Сейчас тогда все я заберу, тихо, аккуратно. Там еще на той стороне по-любому целая банда. Недобитыши, знаете сколько там на той стороне? Так, берем тозик, может получше какой. О, еще ПДА. Ну, классно, блин. Виталий Гавый. Еще ПДА. Димуха-душитель, блин. Ребята, ну вы прям вообще это, решили меня осчастливить. Там 4, да, мы сняли. Точно какая-то важная информация для нас. Мне что-то понравилось так ПДА читать, честно вам скажу. Такая там информация интересная, жизненная, да? Жизненная такая, душевная информация, там, как они вот общаются, сообщения. Кстати говоря, молодцы, кто там писал все, неплохо все в этом плане сделали. Ну, имею в виду их, их сообщения, да, вот эти. Интересно читать. Там, сколько мы информации, черная метка там, да, и какой-то там, ну, то есть, и полезной информации можно получить. Так, какой лучше? Наш лучше, да? Наш лучше. Наш получше. Ну, да. Так, ну, вроде как все идет пока, складывается для нас удачным образом. Вот как-то так будем разруливать всю дорогу. Я имею в виду, видите, да, вначале с бесом, потом здесь сейчас все сделаем, потом лаптя выщемим, с прапором пообщаемся и обратно на кордон к Сидову. Сообщение не забывайте, прилетело, там, видимо, этот, появится информация по кейсу на агро. Ну и не только. Там еще нам с огнеметом, да, надо будет. С огнеметом разобраться. Что-то затихли они там все, да? Сейчас только стоит голову туда высунуть. Только стоит голову, ребят, туда высунуть. Сразу же тебе прилетит патрончик смелости, да, как мы там говорим, храбрости, смелости. Так, что на этой стороне? Блин, я батарейки скинул, а, тоже балбес, блядь. Полвосьмого, да, надо же батарейки-то было взять, а я их, ну, то есть, пока, когда разгружались, блядь. Сейчас в такой темноте будем шариться, блядь. В темноте вообще по зоне нежелательно. Ну, в смысле, я имею в виду это, да? Фонарик должен быть. Там везде, то есть, и твари, и аномалии, ты не заметишь, как тебя за жопу ущипнут, блядь. Я что-то батарейки взял, балбес, скинул, а? Там две пачки у нас было. Че вы мне не маякнули, ребят? Сидите, молчите там. Скажи, запускай стримы, маякнем, да? Ну, стрим бодяга будет. У меня надо это. Ну, то есть, в каком плане бодяга? В плане продуктивности, производительности, я хотел сказать. Ну и продуктивности тоже правильно. Так, ну чё, мои дорогие, надо как-то здесь дальше нам прорваться. Туда, в туннель, каким-то образом, а? Или там тишина? Может, и всех бандосов положили мы, а? Это маловероятно. Это маловероятно. Ну да, так и есть, блядь, нифига себе, сразу прилетело. Патрончик храбрости, я вам о чем говорил. Только в голову.
только голову высунул, сразу же, блядь, валим отсюда. Сейчас сдохну, блядь, по-моему, здесь прям у вагона. То есть только голову высунул, блядь. Патрончик смелости. Так, ну-ка, да, сюда. Да, фонарик я не взял, ни хера мы тут не увидим. Как я их буду класть-то всех? Сейчас он отойдет немного. Ну, с фонариком-то тоже ты включишь, да, блядь? Бей по вспышкам. Только балбес включает фонарик. Ночник нужен. Ночника-то нет у нас пока. Как я... Бля, патрончик храбрости. Так, ребятам, какая-то ботва вообще нездоровая. Эти балбесы меня убирают по счету раз. Надо, наверное, фортик брать. Там они далеко просто все сидят. Вообще далеко. С этого хер возьмешь. Давайте вот так вот завалимся сюда. И попробуем отработать аккуратно. Видишь, да, он далеко. Какой там тозик, блядь. Тозик не канает. Слишком далековато. Вон он там где-то спрятался, блядь, за дерево и никуда не делается. О, вот так работаем, вроде попадает. Тозик тут не судьба тозиком пользоваться. Видишь, там двое очень недалеко находятся. Тут бы с этим помог моему ствол. С оптикой, да? Хороший какой-нибудь калашик там. Модернизированный. Специальный. Ага, с метро добавили, да, озвучка. Все пучком, пацанчик, найдем по-любому. Слышал, а? С метро озвучка. Ну, правильно, кстати говоря, все сталкеровская тематика, да? Сталкеровская тематика. Как раз все по сути, да? Так, сейчас завалим. Вроде как попадает, там, по патрончику, конечно. Долговато отстреливать, но в любом случае... прижимуримся. Колесо это было бы еще сложнее сделать, поверьте мне, учитывая вот это вот шатание дополнительное, да, прицела, да. Так, граната прилетит. Тихо, тут аномалия прям сразу же, чтобы она меня через стену... А, все, я положил, отлично, двоих положили. Там еще ряд на той стороне, они-то сидят и не дергаются, видите, да. Я рассчитывал-то на то, что они подтянутся сюда. Я с тузика их аккуратненько пощелкаю. Но эти падлы хитрыми оказались. Сидят и не высовываются. Каждый в своей там засаде. Сейчас вот сюда могут с этой стороны, конечно, подтянуться. Мы прикладем. Вот сюда вот так присядем, да, подождем немного. Видишь, вон он, ага. Ну, не знаю, как там вам видно будет, но, честно сказать, я сам еле вижу, блин. На полном харде работаем, фонарик-то тоже ты не включишь, блин. Это чревато, сразу же убью. Так, хоть еще как-то мы сможем с вами выжить, да? Тут нужен ночного видения прибор, блин. Так, ну сейчас все сделаем, подождите, там их немного осталось, двое-трое, наверное, да? Два-три бармалея нам портят всю малину, короче, нам испортят, блядь, сейчас, если я вылезу, да? Надо как-то их вытягивать, они сами не дернутся сюда, вы видите, да, что творится, бардак какой. То есть надо и мне их надо вытягивать. Сюда они не хотят двигаться. Давайте гранату туда. Не знаю, кого убью, не убью, блядь. Может, кого-то и зацепил. Ваську Жонова там. Печку зубочистку. Блядь. Зацепил, не зацепил. Блядь. По-моему, кого-то зацепил, да, по-моему, этой гранатой. Вроде как тишина. Значит, наверное, граната сработала. Давайте тогда ставим антирады. Убираем патроны. Ставим антирады сюда. Сейчас будем снимать этот МПшный.
Там что-то какую-то жопу они нарисовали в плане. Ну, я читал, бил 3-0 в плане съема МПшного. Там вот то, что вы мне писали, там как-то справа свободно проходишь, здесь это не прокатит. Все подправлено, то есть надо снимать. Везде кисель, там везде радиация, везде аномалия. Бежим, короче, сохраняемся. И каких-то мутантов, по-моему, они добавили дополнительно, да? Дополнительно еще какие-то твари нарисуются. Я не помню, какие именно. Но сейчас посмотрим. Сейчас все наглядно увидим, как там что нарисуется. Так, а что у меня, блядь, еды? Еды как-то маловато. Как-то что-то мы, блядь, с вами не позаботились о еде. Да? Ну, то есть, больше надо было брать. Так, все, сохранились. Вроде как бандосиков я положил. Или они, может, там затихарились. Что-то граната вроде прилетела, да, все стихло. Граната сработала, все вроде как стихло. Может, точно там положил, да? Сейчас это мы наглядно проверим, кого я там положил. Тихо, аккуратно. Ага, ну, бля, в аномалию вляпался. Балбес, бля. Класс. Вот вам и атмосферный момент. Здесь проект не тот, бля. Там как квесты проходить, здесь только атмосфера. Атмосфера давит со всех сторон. Просто на разрыв мозга. Так, ну что, вроде как мы справляемся. Так, тихо, это, блин, там этот бежит. Хорек, хорек, блин, тушкан. Валим быстро, мне сейчас сожрут, блин. Так, тихо, тихо, блин. Ебаса. Там целое стадо хорьков, блин, прилетело. Так, ребят, там стадо хорьков. Сейчас надо и бандосика этого положить. Хорошо, что мы сохранились. Видишь, еще, по-моему, там. Блин, да там еще и все. Вот о чем я вам говорил. Вот о чем я вам говорил. То есть твари еще не только. Не только. Это просто залетел и снял МПшный. Еще появляются. Блять, а ну что такое? А, завалил. Появляются хорьки вместе с. Так, блядь, так. Нихера не так. То есть, видите, да, мои дорогие, там псевдо нарисовались помимо хорьков. Я вам о чем говорил? То, что в этой версии билд 3.0, как там у вас легко не легко снимать, блядь. Все совсем иначе. То, что мне там писали, блядь, свободно хорошо. Тут это не канает. Почитайте вообще изменения в этой версии. Видите, да, блядь, одна, вторая, 5 собак. Я увидел 5, подумайте, стада тушканов, хорьков и 5 псевдособак на съеме МПшном. Никто об этом меня не предупредил. Следовательно, из вас, блядь, кто-то проходил совсем не эту версию. То есть вы советуете, и где кто писал, что здесь будет такая жопа. То есть нас ожидает 5 псевдособак на выходе и стадо хорьков. Видите, да, что творится? То есть, если вы и проходите, видимо, у вас там или другая версия, или вы там какой-то уровень, не мастер ни хера. Тут видите, да, что какая жопа, бля. 5 псевдособак и стая хорьков на выходе, на входе туда, где МПшный. Так что там писали-то молодцы советы давать, но тут, блядь, советы не по сути. Видите, что творится, да, бардак полный. И насчет съема, нихуя там не пройдешь ты, блядь, ни справа, ни слева. Везде жопа полная, плюс кисель бьет по любасу. В общем и целом, играйте в эту версию, все увидите, именно на этой сложности. Чтобы там ничего там не домысливать и не придумывать. Тут же пень полная, вот 3 положили, еще там 3 псевдособачки и стая этих, блядь, тушканов. Вот вам и съем МПшного, блядь. Просто, не просто. Что тут нахер просто? Тут сожрут, мама, не горюй, блядь. Просто. Вот и все. Ближе пусть подтянется, блядь. Падла, как ты, как вы мне дороги, а? Там, короче, какая-то жопа.
полная, блядь, в туннеле, а? Просто непросто. Там это, ребят, кисель повсюду. Короче, тебя убивает, мама, не горюй, нихера не могу, не успеваю выйти с этим МПшным. Сейчас что-нибудь придумаю, надо залетать туда быстро, это я. То есть там бесполезно проходить, прыгать и это, залетать туда быстро и вылетать оттуда. Но там еще и твари, блядь. То есть это, не успеваю я выбраться. Сейчас попробуем, конечно. Надо, наверное, рюкзак скидывать мне. Он в конце задыхается. Сейчас все варианты проверим. Так, давайте с этой стороны. Там тушканы набегают с другой стороны, бля. Вот вам и просто, бля. Не та версия, братва, там, кто пишет у вас. Или не та версия, или вы, я не знаю, как вы там играете. Тут вообще жопа полная. Я со всех сторон, ты пробуешь, как хочешь. Тут убивает, мама, не горюй. Как хочешь ты там пробуешь. Везде, вот этот кисель тебя по-любому цепляет. Видите, да, что творится? Этот кисель тебя по-любасу цепляет, бля. Ну, давай быстрее, шустрее, бля. Отлично. Все, теперь аккуратно. Аккуратно, 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 бля. Давай только это, да, кисель, мы поняли. Серьезная вещь. Бинтик. Так, 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 только псевдособак, чтоб не было. Так, еще один, аптечка пошла, видите, да, и псевдособаки, ну это пиздец какой-то. Кто там сейчас снимал, блядь? Как вы там снимали, просто вам. Так, ребят, я уже что-то подзаебся, у меня какой, я не знаю, раз... Восьмой уже туда залетаю, я не могу снять этот ебаный МПшный. Этого Юрика, бля, Бармалея надо на части разорвать за такое задание, бля. 8 псевдособак, блядь, нарисовали, вы что, совсем ебнулись, бля. Это жопа какая-то, вы видите, да? Там с туннелем-то мы разобрались бы, бля, если бы еще там они на, потом на выходе не появлялись. Прорваться там можно, в принципе, быстро, просто это будет рюкзачок нам кинуть. Ладно, хочешь не хочешь, а снимать надо. Снимать надо, друзья. Сейчас выкрутимся. Но еще и не с такой задницы была. Так, стоять, боец, падла, бля. И хвостик бы хоть одна нарисовала, а? Хоть одна бы хвостик нарисовала, бля. Не канает. Можете себе представить, ни одного хвоста не упало с этих собак. Так, ну все, да? Должно хватить. Тут у нас еще, тут пусть бинты стоят. Там что-то этот кисель повсюду лупит. Киселек, конечно, жмурит, мама не горюй. Сразу же. Так, тихо, слышишь, там это, апостол закукарекал. Там, видимо, еще одна собачка прилетела. Кушаем аптечку так, чтобы у меня вообще здоровье было максимум. Тогда мы пролетим. Вон псевдособачка прилетела. Бежим, помогаем. Чтоб апостол, видите, да, целая стая псевдособак положили. Вот здесь вот на выходе, она, они с этих сторон еще прессуют. С этой стороны. Можете себе представить? Съем МПшным. Там просто, ты главное не шелести, блин. А чё же вы мне про эту жопу-то не сказать? Специально, наверное, знаю, вы хитрые. Так, чтоб я помучился, да? Никто мне ничего не написал, да? Пусть он там это, да? Помучается немножко. Конечно, мы хард с вами любим, но, по-моему, с собаками они немного перемудрили, честно вам скажу. Слишком много. Я понимаю, 3-4 собачки, но не 8 же. Куда нахер, блядь, 8 псевдособак на съем МПшного ставить, а? Плюс еще ставят тушканов вдобавок, блядь. А, мои дорогие, усложните, они так решили, да, немного? Знаете, что я жалею? Я жалею то, что я не взял с собой эти... Я жалею, что я не взял с собой батарейки. Батареечки-то мы не взяли с собой. Сейчас будет у меня вот закончиться вот эти... Все, у нас будем в темноте гулять.
скинем полностью, чтобы вообще налегке. 19 килограмм, и под конец, когда будем вылетать, еще и рюкзак кидаем, тогда мы выберемся. Здоровье должно быть восстановлено максимально полностью. Максимально полностью должно восстановлено быть у вас здоровье. Тогда мы сейчас снимем аккуратно. Видите, да, значка даже не видно. Ну, то есть у меня максимально полностью восстановлено здоровье. Вот в этом случае мы спокойненько снимем ОПшник. Я так думаю, посмотрим. Не факт, конечно. Сейчас это проверим. Максимально полное здоровье. Отстреляли полностью стаю псевдособак. Сейчас будем смотреть, как у нас получится в этот раз. Но, честно вам скажу, геморрой. Геморройная затея. Юрику надо полбу настучать за такое задание. На самом-то деле, да? Вот у нас этот стоит. Пусть стоит, выносливость плюс 64. На выходе, короче, бросаем рюкзак. Тогда должны выбраться. Самое главное, чтобы нас не сожрали твари. На той стороне тушканы обходим. Обходим отсюда с правой стороны. Если я сейчас туда щеманусь, слева налетят еще стая тушканов. Вы видели, да? Или там тишина? Вроде тишина, да, но успеем туда прорваться. Они то появляются, то нет. Вот такая вот версия, вот такой вот уровень. Там кто советовал, еще раз говорю, или у вас уровень чуть ниже, или у вас версия игры другая. Здесь билд 3.0, вот такая жопа. Все, погнали наши городские. Делаем аккуратно. Пошустрее, конечно, тут надо, но в любом случае должны в этом случае. В данной ситуации у нас получше получится. Все-таки мы с вами здоровье полностью я подлечил, да? Должны успеть. Сразу хаваем один бинт. Все, кровотечение упало. Сразу же снимаем. Отлично, воспоминания получили. Это нас сейчас пока не интересует. Бежим обратно. Кисель полюбас у вас бьет. Хотите, как хотите. Там ты ее... То есть кисель ты никак не пролетишь. Еще один. Так, дальше двигаемся. Сейчас появится здоровье. Видите, пока здоровье не высвечивает. Отлично, это нам в плюс. Кровотечение лупит. Все, красная радиация. Хаваем антирад. И пытаемся залезть, собачек нет. Отлично, блядь, не отлично. Я забыл про эту блядскую аномалию. Так, ребят, все, сейчас снимем. Там эта блядская аномалия прямо на выходе. Мы же в нее попали один раз, когда тушканул. Ноги я уносил, да, и опять вляпался. Короче, здоровье должно быть полностью восстановлено. Сейчас снимем, мама, не горюй. Собачек вроде нет, тушканов тоже это радует. Ну, конечно, они поставили слишком уж много собак на этот съем. Все, рванули. Ага, тушканы появились, блядь. Ладно, хер с ними, не обращаем внимания. Так, ну здесь полюбасу кисель. Сразу бинт намахиваем. Еще один, отлично, убрали кровотечение. Теперь снимаем МПшник. Ставим этот. Вот так вот делаем. Снимаем МПшник. Замечательно. Валим обратно. Бинт. Еще один. Отлично. Брали кровотечение. Радиация бьет, здоровье пока в норме. Отдышимся. Сразу же антирад один. Все равно чуть меньше будет. Видите, да? Вот. Вот теперь мы ровно все сняли. Если сейчас такой сюда вот кидаем, на всякий случай, пока этот рюкзак потом заберем. Все, обходим аномалию, съедаем антирад и забираемся на трубы.
Сейчас прилетят твари, я вам точно говорю. Пока мы будем дышать с вами, прилетят твари. Так, все, давай, давай. Ну, блядь, тихо, он задыхается. Даже без рюкзака, видите? Даже без рюкзака. Все, отлично, сняли. Сейчас идем сохраняемся, хаваем аптечку, идем сохраняемся. Потом забираем рюкзак. Вот такой вот план. Вот вам и просто. Нихуя тут не просто. Тут все надо делать по уму. Так, тихо, там апостола прессуют. Там прессуют апостола. Женьку, да? Так, тихо, что ты делаешь? Не шелести. Два антирада еще есть у нас. Замечательно. Там апостола прессуют собачки, вы слышите, да? Сейчас отойдем немного. Как бы не сожрали, а? Небольшой, короче говоря, перебор с собаками у них. С псевдо, да? Кстати, ни одного хвоста не снял. Ни одного хвоста. В общем и целом, вывод какой? Полностью у нас должно быть восстановлено здоровье. Два антирада стопудово на руках. Бинтики, аптечки, все, тогда без проблем. Ну, соответственно, патронов, чтобы отстреляться от псевдособак. Видите, да, целую стаю положил. Так, ты что там, дышишь? Вроде дышит. Все, забираем, бежим, рюкзак. То есть, и патроны, да, оружие, чтобы было у тебя на мази, чтобы справиться со всеми тварями. Здоровье полностью подправлено. Тогда можно свободно снимать МПшную. Без шума и пыли, да? Сейчас снимаем рюкзак, хаваем антирад и обратно. Побежим, короче, к Юрику. Скидываем его. Я ему еще полбу настучу за такое задание. А потом только выщемляем лаптя. Лаптя будем позже выщемлять. Сразу же идем, отдаем МПшных, друзья. Так, хаваем антирад. Все, теперь можно расслабиться. Сняли слабую пробу. Немного помучиться пришлось. Ну, тут механику просто для себя. Телодвижение его вначале осознать. Естественно, погибнешь несколько раз. Потом поймешь, что надо, да? То есть полностью здоровье, соответственно, собачек отстрелять и свободно снимаешь. Сейчас бежим к Юрану, ребят. Настучим ему полбу за такое задание. Потом далее. Далее у нас, кстати говоря, лапать еще, да? Надо выщемить, где-то он тут рядом находится. Но это мы после будем делать. Немного погодя. Так, смотрим, что к чему. МПшный. 9.18, да, и слизь. Так, кровотечение минус 175. Вот это вот, кстати, вариант, да? Дополнительно воткнул его, только быстро надо все делать, прям там, в туннеле. Воткнул его в слот и выруливаешь обратно, тоже как вариант. Тоже как вариант. Так, что там у нас это? МПшный, как он его в руках? Давайте его это попробуем. Ясно. Короче, Юрану проканает стволик против тварей защищаться, да, он просил. Так, ладно, все. Не мельтешим, да? Не мельтешим. Конкретно по целям двигаемся, ребят. Сейчас сразу разрулим. Берем. Чем? Вот мы что берем. Больше мы ничего не берем. И возвращаемся. Кстати, сейчас можно немного пошустрее все сделать.
В данном конкретном случае немного можно даже ускориться. Туда дальше не двигаемся, пока не запускаем движуху с лаптем. Пусть он там находится. Так, вот, смотрите, еще одна псевдособака. Короче, целое стадо мы положили собак, бля. Может, анекдотик какой накинешь, а, спортсмен? Ну, слушай сюда, сидит сталкер матерый в баре и выпивает. Ну, и рядом сидят два новичка. Один так с завистью смотрит на Заку сталкера и вздыхает. Сталкер так и говорит. Эй, скажи своему другану, пусть подсаживается, посидим. Второй отвечает. Не, он сыт. Да пускай не сыт, а идиот выпьет лучше. Ну, в общем, спортсмен. Анекдотик залобал. Берем водочку у спортсмена. Нам надо, короче, всю водку у них скупить, какая есть. Кого будем встречать, будем покупать водку всю, друзья. Так, ну, конечно, блядь, в такой темноте ходить чреват. Тут должно быть все спокойно, да, все почистили. Всех тварей отстреляли. Аномалию, главное, не вляпаться. Так вроде должно быть поспокойнее, поэтому немного можно даже ускориться до Юрубана, да. Я просто не... Есть чуть у меня переживания в плане, чтобы его там не сожрали. Быстренько уже разделаемся с этим стволом, заданием, да? И будем заниматься дальше делами. У нас еще лапать, у нас еще прапор. Надо все это нам сделать. Красиво. Он там никуда спать не уходит. Юрик наш друг, а? С той точки, где он сидит. Может, он куда-то по ночам уходит, совсем другое место, а? Короче, слизь, кровотечение -175. В принципе, можно успеть туда завалиться в туннель. Быстренько это, воткнул слизь, один бинт, вполне достаточно. На выходе антирад, да, можно снять. Но еще раз повторяю, вы видите, целое стадо псевдособак. К этому надо быть тоже готовым нам. Так, вот, Юран, отлично, общаемся. Ну что там с автоматиком? Все ровно? Да, помучился я. Настучать бы тебе за такое задание. Ну, понимаю, нелегко пришлось. Короче, нашел я, пробовал. Неплохая машинка. На, держи вот. Да, с такой машинкой я король свалки. Спасибо тебе. Конечно, тебя не накормишь. Давай, солью тебе на ПДА, рецептик пользуйся. Послушай, Меченый, можно тебя еще попросить? Найден рецепт, а? Что за день такой? Ну, давай, накидывай. Я только недавно с кордона вышел, ничего не умею. Решил доказать всем, что я чего-то стою. Но не повезло, сразу на бандюков нарвался. Пустым возвращаться стыдно, засмеют. Вот если бы была у меня часть какого-то либо легендарного монстра, бюрера, допустим, лапа химеры, коготь или кровососика жмых жало, тогда бы я мог не прятать глаза от стыда, когда вернусь в лагерь на кордоне. Может, найдешь? А я тебе расскажу про уникальный артефакт. Ну, правда, я и сам-то случайно про него узнал. Ну, в общем и целом, ты как, справишься с таким вот моей просьбой? Ну, ты запросил, новичок, ладно, будет возможность метнусь. Так, суперски. Ребят, наверное, сразу туда сейчас и метнемся. Сейчас мы... Ну да, скидываем лапу. Да, конечно. Есть у тебя? Да, вот, держал. Ну, теперь я в лагере с гордым видом ходить буду. Истории понарасскажу. Про тебя, конечно. Да, про уникальный артефакт. Я слышал разговор бандитов между собой. Тут совсем недалеко, в лесочке за болотом, лежит уникальный артефакт из этих изумрудиков. Там зомбарей, правда, полно, да и монстры могут быть, поэтому они туда и не сунулись.
Так, отлично, мои дорогие, то, что и требовалось доказать. Вот хорошо то, что мы, да, прорвались в кишку, и я смог снять лапу Бюрера. Сразу же убьем сейчас с вами полностью задание по Юрику. Прям сразу, наверное, туда сейчас мы направимся, ребят. Сразу направимся. Это у нас... Ну, это как раз-таки к поваленному дереву, да? Это у нас к поваленному дереву надо двигаться. Там, где я бенгальский огонек снял. Так, тихо, Юрик. Юрик упал прям там, где сидел, там и упал спать, да? Так, потом обратно придется возвращаться. Нет, конечно, спать сейчас не судьба идти, конечно, да? Можно было бы метнуться в этот, на свалку поспать и с утра, может, его снять. Заберут там его, не? Вдруг он там, что-нибудь с ним случится, наверное, надо сразу все делать. Все надо делать сразу, нахрапом, ребят. Сейчас попробуем снять. Кстати говоря, по темноте мы сможем с вами аккуратно пропасть. Так, что там вот в знакомом трупе в туннеле? А? Ладно, это мы проверим позже. Вот, еще рецепт. Бенгальский огонь из трамплина. Хвост собаки, голова тушкана, копыта кабана. Понятно. То есть поспать мы можем, конечно, но я что-то, ребят, не уверен. Я просто не знаю. Надо, наверное, все-таки его сейчас прям забрать, пойти в темноте, может, по-тихому, так же, как вот мы бенгальский сняли. Также попробуем пролезть, да? У нас вот, смотрите, слизь еще есть. Пролезть также и... Ну, то есть, сняли и отвалили. Даже, может, и не придется не стрелять никого, да? Только нам надо сохраниться, наверное. Давайте сохранимся, Игорь. Просто в такой темноте, я думаю, я смогу пролезть аккуратно, понимаете? Так что мне даже никто не срисует. Никакая тварь там. Настроение хуже не бывает. Ну, то же самое, как вот мы с бенгальским с вами, да? Как мы с бенгальским сделали, так же и здесь сейчас попробуем нарулить. Подозрительно тут. Вроде тихо. Так, берем, наверное, еще аптечек на всякий случай, пожарный, блин. Побольше. Нам еще там лаптя выщемлять. Не забывайте, выщемлять лаптя. Слизь можно оставить, да? Слизь, в принципе, мы можем оставить здесь. У нас, да, кстати, два артефакта. Я возьмем один, да, там кровотечение, а водку оставим. То есть тот, который у нас с кровотечением, 175 берем. Аптечки еще, лаптя выщемлять. Колбаска, наверное, тоже надо взять. И не жизнь, малина. Закурить я тебя не найду, приятель. Все, да, вот так вот оставляем. Так, 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 так. Так, что ты делаешь? Вот так вот все делаю. У меня мысли о другом. Как сейчас нам прорваться таким образом, чтобы без шума и пыли, да? Снять уникальный артефакт. По ночи сделаем. Не надо ничего нам спать. Сейчас мы, может, прорвемся действительно, да, без потерь. Так, ладно, все, поехали. Сохраняемся еще раз, да? Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям свертела. Скучащий, сочный. Колбаской могу поделиться. Сейчас попробуем по ночи, да? Все разрулить аккуратно, блин, там. Прям по склону этого косогора так пройти, как мы делали в прошлой серии, и снять уникальный артефакт. Можно, в этом случае можно немного ускориться. Тут уже мы, в принципе, для себя поняли, что как, да? Где какая аномалия. Так что должно пройти все более или менее для нас удачно.
все нам в эту сторону. Не, если бы я точно знал, ребят, если бы я точно был уверен, да, то что мы бы сейчас, конечно, лучше поспали бы, да, с это. А хотя с другой стороны, пришлось бы тогда отстреливать всю свору там нечисти, да. А сейчас, может быть, даже действительно получится по-тихому пролезть там, да. Забрать артефакт аккуратно. То есть в любом случае как-то надо это осуществить нам, нашу затею. Здесь вроде я помню, да, расположение аномалии. Мы тут ходили и не раз. Но они по новой, кстати говоря, они же по новой появляются. То есть случайным образом, да, как-то. Но если ты, то есть завалился на локацию, наверное. Не, по-моему, даже после того, после каждой смерти, да, они по новой. Так, а мы вот здесь сохранимся. По новой расположение. Случайным образом появляются аномалии. Но это точно я не скажу, по-моему, так и есть, да? Все, вроде как это. Все на мази, поехали. Вот так же делаем, как мы делали. Вот сюда заваливаемся, присаживаемся и погнали наши городские, да? Даже можно до дерева пролететь, а на дереве отстреляться. Да, вот так вот мы сделаем. Прям на дерево запрыгиваем, на дереве отстреливаемся. Уже бегу. Вон он, артефакт этот. Все, поехали. Отстреляем собак вначале. Блять, я, правда, ничего не вижу. Блин, я батарейки не забыл опять взять. Ну че вы, блин? Ребят, ну как так? Я забыл опять батарейки взять. А? Разве так можно работать, а? С этими нашими изумрудными артефактами. Так, ну собаки мы отстреляем. Дроби, дай бог, хватит, да? Правда, их так много здесь. Собак-то мы отстреляем с вами. Ага. Отлично. Сейчас, может, еще и хвостик подрежем. Так. Все, прекрасно справились. Так, зомбики еще сейчас будут, наверное, посылать свои импульсы в плане голода, да? Их бы тоже не мешало бы положить, блин. Да, начнем с ними работу. Он сейчас начнет меня озадачивать. Ну да, так и есть, видите, значит, творится. Это падла на меня голод наслала. Надо прикладывать. Однозначно класть. Так, иди сюда, поближе давай, в башню. В такой темноте, конечно, в башню. Попробуй попади, да? Так, ну колбаску я взял. Если что, колбаска есть. Так. Колбаска у нас на мази, да? Вот еще один. Да. Сразу схаваем, да? Две. Мне разу бы подлечило. Бля, че их так много, а? Артефакт вот там, вот он артефакт наш. Изумрудная медуза, класс. Снимаем сразу и отваливаем. Там, наверное, целое стадо этих зомбарей, блять, отлично. Изумрудная медуза, мои дорогие. Так, хвостики успею я под... Ух ты, псевдособаки хвост, отлично. Псевдособаки хвост. Я даже не заметил, как мы эту псевдособаку с вами завалили, блять. Целое стадо тут нас запрессовало, да, тварей, блин. Хвостик нарастили, хоть один, дай бог, блин. Получилось, там целая стая. Ни одного не снял я. А здесь вот как раз таки первый наш хвост, по-моему, вообще, да. Нет, на кордоне мы еще. У нас получилось
снять хвостик. Все, отваливаем отсюда, ребят. Чем быстрее, тем лучше. Изумрудное на руках, это самое главное. Вот теперь со спокойной душой можно завалиться спать, блин. Прям в ангаре. И с утра... Нет, не будем мы заваливаться. Сразу же разрулим с долгом и с лаптя выщемим. Сразу же выщемим лаптя, блин. Так, все, сейчас до ангара вроде тихо. Все должно быть, блин. Тварей никаких, да, аномалии мы помним. Без потери долетим до ангара. Так, стоять бояться. В эту сторону. Осталось нам с вами два прихлопа, два притопа, и мы справились, да? То есть лаптя выщемить, помочь ему, и прапору сообщить новости от Сидора. Ну там не новости, да, ну то есть, ну что-то нам рассказывал про огнемет Сидор. Прапор-то не в курсе, может он там гонца какого-то, ну то есть не в курсе, кто к нему. Так, тихо, что там, блядь, собачки что ли опять? Это просто... Ага, я спать уже захотел, глаза у них светятся в ночи. То есть Сидор нам рассказал про прапора, да, то, что там это, про огнемет тоже вроде что-то накидывал. Поэтому, как бы, прапор ждет этого гонца, да, но кто именно придет? Сейчас вот надо разрулить, но я уже зевать начал. Все равно с лаптем, наверное, тоже надо сейчас решить проблему, потом только спать завалимся, да. Сразу все проблемы решаем. Потому что сейчас завалимся спать, а он там сдохнет, блядь, этот лапоть. Он валяется у цистерн, по-моему, да, где-то у цистерн валяется. Чтоб он не сдох, надо разруливать сразу все, нахрапом. Так, отлично. Замечательно, поздравляю. Так, смотрим. Изумрудная медуза, пулестойкость плюс 25. Уникальный артефакт, с виду обычная медуза, но зеленая, совершенно нерадиоактивная, излучает слабый свет. Существует мнение, что она появляется в результате совмещения двух аномалий, трамплина и холодца. Добавляет защиту от пулевых воздействий, но понижает ее от монстров и аномалий. Но это артефакт мы с вами уникально сняли, он нам понадобится. Надо будет его снести на кордон и... упаковать к Стасику в нычку. Упаковать, ребят, к Стасику в нычку. Так, все. Заряжаемся дробью и выщемляем лаптя. Спать будем потом. Я, правда, там уже зевать он начинаю. Правда, да? Спать я хочу. Но время, кстати, под утро. Видите, немного вроде как... Или наоборот, глубокая ночь. Все, побежали, побежали, побежали. Сейчас мы быстренько все сделаем с лаптем, потом спать завалимся. Но тут, по-моему, тоже какие-то твари, что ли, будут нас прессовать, да? Ну, если что, тозик творит чудеса. Если что, тозиком поработаем немного. То есть сразу нахрапом убьем все задания, потом только завалимся спать. Поняли, да? Потому что я не уверен, но точно не знаю. Вдруг этот лапоть сдуется там, пока мы спать будем. Поэтому... Так, тихо, 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 тихо. Собака, 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 собака. Так, блядь, я что, не перезарядил, что ли? Так, начинаем мельтешить. Вот это нездоровая тема. Когда начинаешь мельтешить, сразу появляются проблемы. Ну, так же, как в жизни. Когда начинаешь мельтешить... Ну, то есть суетиться, блядь, излишних совершать ряд телодвижений, появляются большие проблемы. Все как в жизни, НЛС творит чудеса, блядь, показывает, как надо действовать. Сам мод обучает человека, игрокам. Понимаете, да? Такова задумка автора. Не просто тут, блядь, в полусонном забытии проходится этот мод, а полным, с полным концентрацией и вниманием.
Серьезный подход должен быть. Так, тихо, сейчас я должен отойти от аптечки, и мы пойдем дальше. Это вообще мой любимый мод. Но я еще раз повторяю, мои дорогие. Так, получен сос, помогите кто-нибудь, я ранен. Вот это, наверное, и есть лапать. Будем проходить только моды на сталкер мощные, которые действительно рвут и мечут, блядь, которые на разрыв сознание наше с вами подвергают, блядь, испытанию. А не просто так вот какие-то, блядь, высеры, да, там. Их очень много модификаций. Так, все, двигаемся. Двигаемся, кто-нибудь, чтоб не сдулся. Вот за этого чувака я боялся. Так бы мы, конечно, спать завалились. Так, смотрим. Филька лапать. А, брателла, помоги, помираю, не могу. Держал аптечку. Век тебя помнить буду. Как зовут-то тебя? Меченый меня называют, а тебя? Зови меня Филька. Меченый. Держу аптечку. Спасибо тебе огромное. Если б не ты, сдулся бы я. Так, вот сейчас пообщаемся. Слушай, ты Ореха Димана знаешь? Это такой угрюмый, в плаще ходит. Выпивали с ним на днях, а зачем тебе он? Он мне не нужен, мне нужно уникальное ружье, которое ты увел у него. Это он тебе сказал? Вот осел, мля. Он же мне его сам сучил по пьяному делу в знак дружбы. Слушай, мне по барабану, что у вас там между собой. Ты мне ствол отдай и разойдемся. Нет у меня этого ствола. Я его вчера еще обменял на пару артов. Вот держи один за то, что спас меня. Так, вспышку нарастили, класс. А кому обменял, где искать? Сталкеру одному. Не спросил я его имени. Он с полным рюкзаком артов из центра зоны топал. Сказал, к Сидору на кордон двигает. Утром сегодня только ушел. Если поторопишься, успеешь догнать. На кордон, значит? Ладно, мне в другую сторону нужно. Оборвалась ниточка. Не, это не канат. Если поторопиться, то успею догнать. Вот, кстати, вот этот вариант, судя по всему, надо выбирать. Ладно, потороплюсь. Все, квест продолжается, мои дорогие. Квест продолжается, то есть движуха дальнейшая ожидает нас на кордоне. Слышал о стрелке? Да слышал, в баре о нем говорили. Будто затаривался по полной, чтобы к центру двигать. Говорят, даже искал кого-то в напарнике, но что-то неохотно к нему в команду нанимались. Мало ли, что он там ходит, черт его знает где, он сам вылезет, напарник его, поэтому все боялись. Вот не очень ему доверял народ. Давно чего-то о нем разговоров нет. Ты, пожалуй, первый спросил за последнее время. Я даже не знаю, что и ответить. Ладно, лапать. Филька лапать. Свободен, да? Свободен, как птица в полете. Сейчас двигаемся надолго, ребят. Двигаемся к прапору. Потом спать. Вот такой вот план действий. Аккуратно, не спеша, жопу не рвем. Все делаем нахрапом. Но еще раз говорю, если, конечно, заранее знать, может быть, и с утра можно было бы. Филька не сдулся бы, да, этот лапать. Конечно, с утра пошли бы. В такой темноте гулять не очень. Вон там для просмотра, да? Для просмотра видео не очень-то будет все это. Но я рисковать не стал. А, спички я не взял, да? Можно было бы сохраниться на всякий случай. Вдруг там что еще на посту долго нас ожидает. Страшное, бля. Спички-то мы не взяли с вами. Там, кстати, на посту долго я и сохранюсь. До него еще дойти надо. В аномалию главное не вляпаться ни в какую. Самый ответственный момент, да, там кабанов не прессовать не будут, кабаны на подходе, это рано, да, еще после кейс, кабанчики, наверное, после кейса появятся, да, с огрохота кейс вырулим. Так, все вроде тихо, мирно, аномалий нет. Заваливаемся на блокпост, ребят. Смотрим, что здесь. Кто здесь, как здесь. Братва у костра там. Байки травит, да?
сохраняемся в первую очередь. Тут, может быть, у них поспать тоже можно, да? Да, вот она. Не, здесь ты не поспишь, может, что найдем? Поспать-то не поспишь. Так, смотрите, вспышечка, а? Выносливость плюс 82. Класс. А сколько у нас там на Бенгальск? Правда, там радиация, минус 15, да? Ну, на минусах все равно, в принципе, можно втыкать. Плюс 64, да? Получше, ладно. Разберемся с этим. Получше. Так, ну что, ребят, давайте перетирать с этим. С прапором. Так, сталкер, стой... вали отсюда. Да. Мы кого попало не пропускаем. Да почему это так, а? Расскажи. Дальше находится наша территория. Бар — это база группировки «Долг». И мы очень придирчиво выбираем тех, кого пускаем к себе домой. Если у тебя нет особо важных дел к нашему руководству, мы тебя не допустим, не пропустим, так что вали отсюда. Значит, этот путь в бар. Но мне как раз и нужно попасть в бар. Я тебя бы пропустил, но мало ли кто ты. Докажи, что тебе можно доверять. Зовут-то тебя как? Да если б я знал, Сидорович Меченым нарек, так теперь и хожу. Ладно, Меченый, слушай сюда. Сидора, значит, знаешь. Он обещал огнеметик нам достать, за артефакт хорош. А на кой хрен вам огнемет? Да тварей мелких развелось немерено. То крысы, то тушканы стаями ломятся. Патронов для них не напасешься. А вот огнеметик — это другое дело. Всю стаю можно накрыть. И тем более темной долине прет вся нечисть. Темная долина? Ты что, с грузовика свалился? Все знают, где темная долина. Вон там, прямо отсюда, за холмом. Так, друзья, нам еще и путь открыли, да, в темную долину. Так, ладно, давай свой артефакт сгоняю. Не так быстро, парень. Один из наших леший уже понес этот арт. Но сгинул где-то на кордоне, где точно не знаю. Попробую его найти. Если мы получим огнемет, то милости просим в бар. Это что же, весь кордон носом пропахать? Ладно, попробуем. Да, ну ясно, короче, там наводка на это, на дереве где-то леший, да, у нас, по-моему, так я вспоминаю. Где-то там на дереве. В общем и целом взяли квест по огнемету, что и требовалось доказать. Вот как-то так действуем, мои вот дорогие. Все нахрапом вырулили, сейчас завалимся спать. И с утра обратно возвращаемся на кордон. Так, что у пацанов, давайте посмотрим, может, даже скупим. Так, куда нахер 1000 рублей, блядь, за спички? Вы что, с ума сошли, что ли, за коробку спичек? Водку бы я купил, водку надо скупить всю. Вот, водку скупаем, потому что нам для кузнеца 10 бутылок надо. Пока у нас денежка канает, надо всю эту водку у них скупить, блядь. Как раз придем на кордон, там у меня уже будет нужное количество. Там же у меня у Стасика есть, да, партия водочки небольшая. Следовательно, сейчас здесь подымем, там снимем. У новичка, по-моему, можно купить там одну бутылочку. В целом, должно хватить нам на кузнеца. Так, все, валим спать. Я уже такой уставший, смотрите, мне все двоится. Просто сейчас с ног упадет, блядь, наш персонаж. Все самое главное мы сделали. Изумрудная медуза на руках. Че там еще? МПшный сдали. Лаптю помогли. Кстати говоря, квест по ружьишку продолжается. Продолжение мы узнаем с вами на кордоне. Должен быть хлопчик. Там, по-моему, какой-то чистонебовец припаркован в лагере, то есть новичков, да? Вот надо будет с ним перетереть. То есть такие задания, я все их еще помню. Все эти задания, то есть я помню. Тут еще, помимо всего прочего, должны какие-то дополнительные линейки в этом билде представлены. Да, вот, кстати говоря, по тому же китайцу. Видите, это, по-моему, какой-то дополнительный. Может, оно и было, я точно не скажу. Но сам факт, что есть еще дополнительные ветки. Ну, вроде так там написано, я читал.
Поэтому нам желательно все с вами. Ну, мы так и будем. Мы, если в таком ключе работаем, да, там не обязательно выполнение, живем тут, дышим атмосферой зоны, у нас так на то все и получится, что мы потихоньку будем цеплять все квесты, со всеми общаться, все разруливать. Так, отлично, мы дома. Сейчас падаем спать. Падаем спать. Сохраняем. Все, что надо, запустили тут, да, все самое необходимое. Так, да не дергайся ты, блядь, у меня с этим этим. С этим этим, да. Так, что нам надо там? А вот, что там? Я помню его, кажется, пили вместе, и он рассказывал, что у Борова отличный был механик. Этот механик обычный МП-5 под патрон ПМ переделал его. Борову, кажется, у братков заправлять. Нужно спросить такой ствол. Был бы мне полезен. Да в туннеле, да, все остальное. Тут у нас ничего, да. Вот, найти Лешего. На кордоне пропал посланец прапора Леший. Необходимо его найти и узнать, почему огнемет не доставлен на блокпост свалки. Сидорович вызов прислал. Меченый, если будешь поблизости, заваливайся. Есть кое-какое дельце, которое может быть для тебя полезным. Так, по ружью Ореху. Филька Лапоть поклялся, что он обменял ружье на артефакты, а сталкер в приметном костюме группировки Чистого Неба направился на кордон к Сидоровичу. Вот это то, что я вам говорил, да? Какой-то чувачок из Чистого Неба будет у нас находиться в деревне новичков. Вот с ним надо будет перетереть дальше по этому заданию. То есть не все так просто с этим ружьем. Не все так просто, мои дорогие. Следовательно, будем разруливать. Плюс у нас там тайник, вон я вижу еще, да? Тайничок мы сняли. У Вялого подрезал приборчик, впарю кому левому. Класс. Что за приборчик, надо туда завалиться. Сейчас будем огнемет доставать. Ну, то есть по огнемету решим, да? Потом завалимся, снимем, что там за приборчик. Мне даже самому интересно. Сейчас знаете, что сделаем? Надо будет ПДА почитать. Все ПДА, которые я снял с бандосика, мы взломаем и прочитаем. И кстати, не забыть мне отдать 5 ПДА Вергасу. Когда будем на кордоне, кто бы мне напомнил, чтоб я не забыл передать 5 ПДА Вергасу вовремя, да? А то свалим и опять все это. С одной стороны, это надо, в любом случае сделаю, да. То есть не забуду, потому что там все равно ремонт у него, ремкомплекты, да. То есть даже Стасику их сбросим. И они всегда будут, мы скинем. Так, ну что, пока, наверное, пусть все лежит, да, и сразу все снять. Не, на эти, наверное. Завалимся спать, потом будем снимать. Все, падаем. Так, отлично, сон мы этот видели с вами уже много раз. Так что не вижу смысла его до конца смотреть. Все, ребят, сейчас, короче, валим туда, за хабаром за нашим. Да, там мы почитаем ПДА, взломаемся. И на кордон, в принципе, все, что надо, мы сделали на свалке. Канистра с бензином, кстати. А у нас есть там одна. У нас на кордоне еще канистра с бензином. Так что это... Тащить я сейчас не хочу эту канистру, так много хабара. Там еще у нас, да, в ящике довольно-таки прилично прибытка. Так, Юрий Семецкий в темной долине. Так, ищем артефакт. Где-то должен быть артефакт, да? Обычно, когда такое сообщение, погиб Семецкий, появляется артефакт. Кто-то из вас мне об этом говорил, но мы уже снимали. Я так выверт нашел, я помню, на кордоне. Которую нычку, помните, я снял? В трубе, да? То есть, таким образом я снял выверт. Семецкий погиб, и где-то артефакт нарисовался. Знаете, что хочу сказать, мои дорогие? Что-то я другое вам хотел сообщить. Какую-то новость хорошую.
Ну то, что это, по модификациям, вот что хотел сказать, по сталкеру. Все будем проходить, конечно, одно прохождение по сталкеру по-любому. Но только моды такие, чтобы нас они держали в напряжении всю игру. Чтобы был интерес у меня, чтобы вам было, так сказать, смотреть, нравилось мне. Серьезные модификации будем только проходить, не все подряд. Так, может, втарить у тебя? О, 200 рубликов, давай заберу, да и колбаску, наверное. Да и колбаску тоже заберем. Там, по-моему, у меня нет уже еды, да? Пока мы сейчас до кордона дойдем, то есть, смотрите, артефакты я что-то не вижу. Где там Семецкий, блядь? Ты должен мне артефакт был нарисовать, блядь. То есть, смотрите, план какой дальнейший, да? Заваливаемся к этому. То есть, это... Прибыток собираем. Не, копыта мне не нужно, мне артефакт нужен, блядь. Где-то ж должен появиться. Может, он вообще на той стороне, блин. Ладно, не судьба в этот раз. То есть, что я хотел сказать. Заваливаемся, Хабарок забираем. Потом на кордон. На кордоне ищем этого. Труп, жмур, блин. По огнемету. Там он вроде как на дереве должен быть, да? Потом заваливаемся к Сидору. Выщемляем чистонебовца. В общем и целом, все по плану. Все по плану, ребят. Смотрите, сколько псевдособак мы отстреляли. А вы говорите. Тут целая стая. И ни с одной... То есть, сколько псевдособак, в общем, появляется на... 8 собак, да, появилось при съеме МП-5-го. Вот такой вот расклад. Так, ну, то есть это именно в этом билде. Это только в этом билде такой расклад. Ну, может быть, не только в этом билде, но, по крайней мере, наглядно вы все видели. Так, далее, далее. Далее сейчас мы, наверное, ПДА с вами почитаем. Заберем весь прибыток и почитаем там пацанов костра, да? Почитаем ПДА, потом двигаемся на кордон. Может, какую нычку тут я сниму. Там 4 у нас новых ПДА появилось. Вот как-то так. Как-то так, мои дорогие, будем двигаться всю игру. Размеренно, разумно, поэтапно. Что там это, кстати, кто прошел Reborn, вот это вот новое, да, то, что вышло. Ну-ка, если будет у вас там желание, черканите, что-то вообще стоящее вещь. Или нам надо будет начинать. Ну, мы, наверное, так и начнем заново. Заново все начнем. Но нам это, вот эту модификацию целый год еще проходить, если не больше, вот с нашим подходом. Так, все, ребят, все, ребят. Все, ребят. Забираем. Сейчас будем ПДА читать. Отлично, мы разжились, вы гляньте туда, сколько у нас всего, блядь. Все у нас по масти идет, по красоте, да? Вот изначально так и надо было нам двигаться всегда, не жопу рвать, блядь, бегать туда, как индеец со стрелой в жопе, блядь. Поняли, да? Тогда все будет в шоколаде, блядь. Всегда и во всем. Нам повезет, да?
Так, ну чё, Тозик, ты поработал неплохо, довольно-таки уверенно с тобой справился, мы со всеми, то есть. Два бинокля у нас получили от Апостола. Заберем тогда на кордон Тазенский, да? Блин, 44 килограмма, конечно, сейчас это двигаться там, если мы пойдем на труп. Там он какой-то контейнер должен, да, нарисовать. Смотрите, сколько артефактов, да? Все тоже по уму там прикинем. Что самое необходимое только у Сидора будем брать. Так, ну что, давайте подай. Я не знаю, какой там мы читали, я уже не помню. Мы в той серии, да? Этот вот лысый, читал я его, не читал. Мне, честно говоря, по-моему, читал я лысого, бля. А, ну тут разряжено, надо заряжать, чтобы его взломать. Это опять же все у Вергас. Это все у Вергаса делается. Борька Дудуров. Дудоров. Так, что там? Зелень какая-то, да? Зелень, скорее всего, пароль. Просто вот это вот разряженное, по-моему, да, надо у Вергаса заряжать, а потом только сможешь взломать. А чтобы это все сделать, надо ему 5 ПДА нам загнать, взломанных уже. Уже взломанных загнать ему. Так, ну давайте Дудорова почитаем. Что он нам расскажет интересного. Так, входящий вопросец такой. Кто был на дикой территории, скажите. Много там тварей. Достаточно, чтобы долго не мучился. Остряк нашелся. Да врубился я где-то и даже додумкал, что туда тарзанка есть. Но где она именно, не нашел. Передать жили, схрон на свалке, сталкерюги разворошили. Горбун говорит, команда беса, мамой клянется, вернет с консерву. Так, ну, пока ничего не появилось, да? Ты когда гитару вернешь, падла, брал на ночь, я уже неделя прошла. Или обратно брехать будешь, что в тарзанку угодил и во времени путешествовал. Так я в натуре не судья, в сказочки не верю. Но если не вернешь инструмент, я тебе организую путевочку во времени в один конец. По системе все включено, включая панихиду, бля. Ха, классная сообщеница. Вот почему мне нравится читать все это дело. Так, не пыли, братишка, гадом буду, я ж не для себя. Раш пельнюху затеял, братва всю ночь гудела, песняка давила так, что химеры вокруг вертушки хороводы водили. Я поутру сразу к тебе намылился, гитарку взвернуть, погонял так, что даже похмельнуться не успел, бля. Только за ворота, а тут карлик этот злобный нарисовался. Я-то поначалу его за Робинзона принял. У того шляпа такая один в один была, пока ее долговской очередью не сдуло, бля, вместе с башкой. Царствие ему небесное. Классная сообщеница, конечно, да, бандосики каляка. Ну тут, блядь, то есть на каждой ПДА, на каждая своя история. Ты мне не за Робинзона, за него я не знаю, художник был от Бога. Его купюры даже в Сбербанке принимали. Ты за инструмент давай. А чё ты мне, блядь, паришь мозг? Дэк, как тот рычать начал, у меня мозг ожил, малька. Я на брюшку и сиганул на самую верхотуру, а там фонит, как от ментяр на Петра. Думал, коней двину. Хорошо с собой было. Слегонца подлечился и обратно. Но барахлишко кинуть пришлось, иначе бы башку свернуло на спуске. Бусы идти оставил, бля. Видите, да, какой говор бандитский. Да ты терпила, в натуре тебе Карлуша на гоп-стоп взял. Короче, чтоб к вечеру мое у меня было. И бусы прихвати в виде процента. Бабки, бусы, бюро. Как там? Бусы, бабки, бюрора. Ну и жлоб ты, кентяра, своих на процент ставишь. Не по понятиям это, дружок, не по понятиям. Ты подходи вечерком, мы с тобой из-за понятий, из-за заповеди, из-за машину времени перетрем. Вот так вот, ну все серьезно. Вопрос есть такой, кто был на дикой территории, скажите, много там тварей? Да хватает. Достаточно, чтобы ты долго не мучился. Так, ну все, да?
Все, мои дорогие. То есть Тарзанка, это мы читали. Так, ну там что-то по схрону была информация, но непонятно. Не появилось у нас сообщение, то, что мы открыли. Значит, да? Бау. Ванька, да, наверное, Ванька. Так, ну давайте почитаем за Баула, что там он накинет нам. Баул Хабара, может, сейчас разрулим, блин. Где-нибудь здесь в нычке, блин. А? Ванька Баул. Что там у тебя за информация? Так, что я там, блин? Не могу набрать нормально. Так, поехали. Братаны, помогите херово мне. Че, маслину поймал? Черную метку я поймал. Любой хомячок-мутант теперь на раз завалить может. Вот, что самое надо нам знать. За черную метку информация. В баре потолкуй с народом. Там людишки ушлые, авось и подскажут, что дельно. Вот это нам намек с вами, да, ребят? Какой бар? Меня долговцы засекли, когда я на выходе с долины у сталкера карманы потрошил. Теперь на блокпосту на раз положат, падлы. Теперь на блокпосту положат. Ну так отлежись где-нибудь, не ты первую метку ловишь. Гутарят на третий день, вроде рассасывается она. Главное не спать. Видите, какая полезная информация. О, я как раз в какой-то засранный погребок вполз. Попробую тут в говне перекантоваться. Трое суток, говоришь? Это, блядь, долгое время. А, махонький такой артефактик в презент подогнать не слабо. Лось, ты малявы воровские видел? Ага, волшебник добрый. Братаны, помогите, спасите. Короче, черную метку бродяга Баул выхватил, а? Где-то там перекантоваться решил. И, наверное, там и остался. Так, вот это вот разбитый у нас один был, да, я помню. Так, Вали Грач. Это мы читали, по-моему, да? Кульчицкий, это мы точно читали. Могильщик. Тоже, по-моему, читали, да? Вот не помню, читали мы могильщик, по-моему, блин. Давайте быстро я вспомню. Потому что что-то, блядь, по-моему, могильщика не было, да? По-моему, могильщика, ребят, не было у нас. Ну-ка. Так в чем предъява? Схрон на свалке столки. А, ну это... Да, это мы читали. Так, все, да, разбитый Розетта. Ну да, и разряженный. Короче, у Вергаса зарядим потом. Так, ну что, мои дорогие, вроде как все мы сделали по масти, да? Щемимся на кордон. Выщемляем жмура, где он может быть? Где-то в этой зоне, да? Должен быть жмуренский у нас. Так. Ничего не забыл, да? Ничего не оставил. Все артефакты на мази. Изумрудную получили. Вспышка плюс 80. Блин, ну, кстати говоря, лучше этой, да? Зато бенгальский там плюсовые, везде плюсовые. Все, сохраняемся, дергаем на кордон.